Я так как ты просил, я трубы вложил, вот, вода, вот, сделал, тут труба лежит. Закопал здесь ее, да? Да, я его копал здесь вот. Вот, все, туда дальше не надо идти. В смысле не надо идти? Не, ну, не идем. Да, нет, там не идем, надо. Идем пока, да, что он сделал. Ну, я не доделал туда. Петя, подожди, стой, не понял, что не сходится. А? Я же сказал, что эта труба должна сходиться туда и выходить водоотвод. Да то, что земля тяжелая. Земля тяжелая была, она давила трубу. Вот, я не знаю, как просто соединить. А чего она там ниже, а это выше? Как она сюда будет выходить? Ну я кинул нормально ее, эту трубу. Просто что вес земли вдавил трубу. Петя, ты с уровнем протупил, скажи честно. Уровень другой. Нет, просто я засыпал землю, она вдавилась. Петя, я ничего не знаю. Но наверх она не пойдет сюда, труба. Ты понимаешь, уровень другой. Какой насос поставить? Какой насос поставить? Это слив, это слив воды. Ты что, мне теперь всю трубу выкапывать? Ну как бы выкопать надо. А это что такое? Подожди, не понял. Соединить хочу. А диаметр? Ничего, что не совпадает диаметр? Ну, я думал... Это что такое еще? Вот это я не знаю, купил, я не знаю, как его теперь... Что ты купил? Я тебе деньги дал, но зачем? Ну, я думал, знаешь, как сделать? Блин. Ну, так вот как-то, типа, сделать. Петя, не люби Горбатого. Оно наверх... Ну, во-первых, даже если ты переходник там сделаешь какой-то там, присандалишь, как ты любишь... Оно наверх, вода не пойдет просто физически, это физика, ты в школе учился? А если коленами плавно отведу? Петь. А. Ты серьезно? Давай тут смотри, давай так вот отрежу, два колена 45-х и типа выведу в уровень. Вода наверх не идет. Не, понял, у тебя физика другая, может оно у тебя идет? Не, ну у нас со скоростью будет сюда заходить. Короче, Петя, давай переделай все нормально, перекапывай все.